Всем привет, с вами Коксон. Сегодня я расскажу вам, как добавить себе в коллекцию секретную игрушку. Называется она гейзерное ружье Шадафан. Вот как она выглядит. При ее использовании на вас вешается на 5 минут баф, и в центре появляется кнопка. При нажатии на нее вы брызгаете водой на другого игрока, обливая их. Выглядит это очень круто, игрушка классная. Добывается она в Пандарии. Телепортируемся из Долорана в Пандарию, в локацию Вечно Светущий Дол. Летим к дворцу Марушан, в обитель мудрости. Вход находится в самом верху дворца. Подходим к НПЦ по имени Хранитель Истории Хань. Говорим с ним и выбираем «Расскажи о забытых глубинах под престолом Гроз». Когда появитесь, вы увидите 8 гейзеров. Вам нужно прыгать по кругу по ним. На вас будет вешаться дебаф «Струя воды». Вам нужно этот дебаф настакать до 250 раз. Когда вы настакаете 250 дебафов, игрушка придет вам на почту. Камеру сделайте так, чтобы смотреть сверху максимально отдаленно. Зажмите правую кнопку мыши и поворачивайте камеру на тот гейзер, на который вы будете лететь после вашего приземления. Прыгать придется около 10 минут. "250 стаков есть", появился конверт почты. Идем к ближайшему почтовому ящику и забираем свою игрушку. Вот и все, что нужно знать для получения от этой игрушки. Ставим лайки, пишем комментарии, если есть вопросы, с удовольствием отвечу вам. Подписывайтесь на мой канал и заходите на мои стримы. Всем удачи, до новых встреч. С вами был Коксон.